Консультативное заключение. Пациент 1995 года рождения. Дата исследования 30.05.2019. Область исследования – головной мозг. Внутривенное контрастирование использовалось? Нет. Протокол обследования. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2ви и МР-ангиография плюс МР-венография. По ходу мозолистого тела отмечается измененный сигнал на Т2ви, участки лейкомаляции у передних рогов. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Сурбохноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область и структура задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В проекции моста мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Киста в верхней челюстной пазухе. При МР-ангиографии участков стеноза и аневризм не найдено. При МР-венографии тромбозов синусов и магистральных вен не найдено. Заключение. Патология головного мозга не выявлена. Врач профессор Холин А.В., заведующий кафедрой лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова.